Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем, ребята, в игру NEC. Ай-яй-яй-яй-яй, робот. Эта глава называется «Погоня». Нам надо как-то свалить отсюда. Закинули нас в логово, так сказать, с роботами. И они только что тут не вытворяют. Осторожно, надо как-то с ним. На, получи. Есть, я попал. Подожди, он какой-то дерзкий, закрывается щитом. Ой, больно. Ну, давай. Как же мне быть с ним? Есть, я его свалил. Еще. Да сколько же вас, а? Ну, давай всех. Есть, самого крупного. Нормально, все, по-моему. Сейчас дверь откроется. Я выдержал это испытание. Давай идем. Идем дальше. Янтаря. Сейчас супер удар будет. Вот здесь, наверное, я его использую. Смотри. Смотри, они уходят. Не уйдут далеко. Сейчас сделаем. Поймаем их. В смысле? Я же использовал супер удар. А, он меня ударил, походу, и ничего не получилось. Стоп, восстановиться надо как-то. Мало жизней. Прыгаем. На конвейер. Не знаю куда, правда. А, вот, ну тут надо просто перепрыгивать. Бежать против движения. Еще роботы. Опасная штука началась тут, ребята, он меня чуть не сжег. Он вообще самый дерзкий вот этот. На! Так, 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 отпрыгиваем. Еще. Да как так-то, а? Мне жизни мало очень осталось. Вот, надо бить, пока он... На! Все получилось, ребята, но только жизни, жизни где-то надо. Дальше-то я пройду, ну как подлечиться. А, вот. Сундук. Я нашел теперь секретки. Это двери. Деталь комбайна. NEC может собирать янтарь из побежденных врагов. Нормально, можно янтарь комбайном собирать. Но только это первая деталь для этого набора. Вон они бегут. Мы обратили их в бегство. Эй, сыкуны, вы чё там? Побежали. Ой-ой-ой, а эти-то взрывающиеся-то теперь ящички. Ну ладно, это не помеха, ничего страшного. Здесь надо аккуратно как-то, чтобы меня не вытолкнуло. Оп. Переждали. И дальше побежали. Стоп, 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 обходим. Ну ничего, тут изи получается, это все нормально. Жизни-то мало, но восстановился, ура. Ура, восстановился, но этот робот мощный опять. Да отвалите, ребята, ребята, дайте мне... Дайте мне как-то с этим роботом сразиться-то по-нормальному. О, а все, я его быстро положил. Вон они опять бегут. Эй, чуваки, вы что там? Убегают на крышу. Я знаешь, что тебе хочу сказать? Они далеко не сбегут. Мы их быстро догоним. А почему жизни-то так не восстановились, а? Вроде я взял. Сейчас ворота закроются. На! На, всех сразу! Вот это четко я подбежал. Они вообще не ожидали. Ну иди сюда. Еще один. Кто там? Я остановлюсь больше, ребята, по-моему. На. Давай, прыгай наверх. NEC, Малорик вообще все рушит здесь. О, сундучок. Отлично. Давай еще посмотрим, что дадут.
Красная деталь, была у нас такая. Деталь двойного аккумулятора. Это уже, кстати, третья, прикинь. Скоро насобираем. И посмотрим, какое будет там улучшение. Рычаг. А что включил? А, вон ящики поехали. Ну подожди, а мне как прыгнуть-то? А, вот все, дверь открылась. Да здравствуйте, приехали, а? Так, давай с тобой пока разберемся. На! Все, положил я его. Я уже крепкий стал парень. Получается, с двух ударов могу свалить такого большого робота. Наверх. Ой, пацаны, вы такие маленькие для меня, оказывается. Я крепчаю, ребят. Это самое лучшее, что может быть в этой игре. Когда Нек крепчает, это все. Всем хана. Ну, давай. На! С двух ударов роботы эти падают. Отлетай. Вот еще. Еще давай, собирай. Не, ну пока не растет, но ничего, хотя бы жизни восстановил. Нифига самолет здоровый. Они что, хотят улететь, правда? Не дадим им, ребята, улететь. Янтаря взял, но супер не получил. Смотри, я их сейчас раскидаю вообще в один удар. Ну нет, пусть два... О, здоровые роботы вылезли из коробок. Ну ничего. Для меня они уже... Ой, он что, так сильно попал по мне, что ли? Ну, для меня они, конечно, уже нездоровые. Но они бьют больно, если честно. Был бы я маленький, наверное, вообще мне бы тут... Не сдобровать. На. Последний удар тебе. Залезь обратно в коробку. Мой, и жизни дали полную. Стой, 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 мне надо зацепиться, чтобы они не улетели. Не успел. Мы сведем с ними счеты позднее. Когда? Ну, мы нашли, что искали. О, мой самолет. Как мило. Нек, Лукас, садитесь. Мы летим к шахте Трагдо. Все, я опять маленький. В самолет садиться, меня не взять большим. Шахта Трогда. Шахта Трогда, ребята. Нет связи с Райдером. Итак, повторим еще раз. Вы предлагаете пробраться через потайной вход, незаметно пройти несколько миль по тоннелям шахты, а затем Нек откроет дверь. Ах да, и еще, ни слова Райдеру о том, что мы замышляем. Да, примерно так. И что касается связи с Райдером, ты когда-нибудь видел подобное? Это Халабот? Именно. Разыщет его, где бы ни был. Райдер, мы вытащили Лукаса, но Виктор задумал что-то странное. Мы направляемся в шахту Трогдо на разведку. Ха. А теперь в шахту. Я тут 100 лет не был. В шахту. План доктора, ребята. Поиграем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Их сожрал паук там, походу. Всем удачи, всем пока.